Мам, у нас лиса тут ходит по участку. И так несколько дней подряд. Со слов очевидцев, ясно, лиса совсем не боится людей. Это, к слову, настораживает больше всего. Как правило, дикое животное, которое крайне спокойно ощущает себя рядом с человеком, может болеть бешенством. Впрочем, это не единственный признак. Помимо прочего, лиса очень худая. Сейчас жители Ивакина и Старбеева пристально следят за своими питомцами. Стараются не выпускать их на улицу без присмотра. Известно, что пару дней назад лиса уже загрызла домашнюю кошку.